Возведение 11 многоэтажных домов в микрорайоне Нур-Сад уже подходит к концу. В каждой высотке 144 квартиры. До конца года строители планируют сдать 7400 квадратных метров жилья. Дома строятся по современным технологиям быстрого возведения, что позволяет в короткий срок обеспечить людей жильем. Как отметил аким области, это сегодня приоритетная задача властей. У нас в этом году по области планируется сдать 700 тысяч квадратных метров жилья. В прошлом году, к примеру, мы сдали 460 тысяч квадратов. Мы сейчас строим вот такие дома по технологии быстрой сборки. И такими темпами будем строить микрорайон за микрорайоном. Несмотря на то, что многоэтажки возводятся в разы быстрее, чем раньше, строители заверяют, что качество домов не пострадает. Квартиры будут реализовываться по социальным программам, таким как «Нурлы жол», а также по программе ипотечного кредитования. И, как заявляет областное руководство, с каждым годом таких домов будет строиться все больше. Это отвечает как интересам населения, так и государства. Шымкент қаласының өзінде осы биік үйлердің саны. В самом Шымкенте 1280 многоэтажных домов. Все остальные 70% от общего числа – частные дома. Каждому частному дому приходится подводить газ, свет, воду и канализацию. А это большие расходы. И если мы будем строить вот такие многоэтажные дома, то больше людей получат крышу над головой. Сдать дома планируется в последнем квартале этого года. Всего же в очереди на квартиры в нашей области стоят 170 тысяч человек. Еще 50 тысяч южноказахстанцев ожидает земельные участки. Поэтому за возведением многоэтажных домов будущее убеждены руководители области. Таким образом можно решить жилищную проблему многих семей. Данияр Худайбергенов, Амантай Ульбеков, Ербол Макашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».